Новый год все ближе, но аномальная погода преподносит сюрпризы. Растения почуяли весну, и на деревьях набухли почки. Правда, почки. Ну и пусть цветут декабрь, прекрасная пора для почек, для почкораспускания. Это ненормальное явление, вот сейчас почки. Вы температуру-то видели, какая погода сейчас? Плюс 10. Поэтому они свели. Они неправильно. Вот и сейчас снова год снег выпадет, почки замрут и перестанут. Это сирень у нас. Сирень. Вон они какие уже большие. Это вот такая, вон. Вот она какая. Еще маленечко, и распустится сирень у нас будет. У нас зима по переменке с весной приходит. Дедушка Мороз где заблудился, куда-то не в ту сторону зашел. Есть ощущение весны, вот я хожу с елкой, чтобы не забывать, что скоро Новый год, и пытаюсь дарить всем людям подарки, ну хоть как-то создать себе настроение праздничное. Почки распускаются, а на Новый год там можем на пляж пойти или там что-то. Вот будет такая погода.